Ну что, друзья мои, вы уже видите, где мы находимся. Мы находимся на Беверли-Хиллз. И сейчас мы идем на Родео Драйв, где снимался легендарный фильм «Красотка». Самый мой любимый фильм. Ему в этом году исполняется 33 года. Фильм снимали 23 марта 1990 года. И как раз мы сейчас с вами пройдемся по легендарным местам, где проходили съемки. Ну что, как говорится, по стопам фильма «Красотка». Ну что, друзья, мы с вами стоим на вот эта вот улица, это и есть Родео Драйв. Это именно та улица, на которой одевалась Джулия Робертс, когда, помните, ее Ричард Гир послал в магазин, чтобы она купила себе коктейльное платье и одежду. Вот здесь вот с двух сторон вот мы идем везде кругом. Бутики-бутики и все одни фирмы. Филипп Плейн, Селин, Александр Маквин. Ну, в общем, все-все-все. Бриони. Кстати, в Бриони. Вот Бриони. В Бриони, знаете, что классное? Я эту люблю очень фирму, но не в одежде, а мне нравится мужской парфюм в Бриони. Просто сумасшедший запах. Это просто что-то явно невероятное. Так интересно, желтые здания, и под желтым зданием стоит желтый кабриолет. На этом Родео Драйв, кстати, очень-очень много китайцев. Они здесь вообще просто сметают все с витрин. Вы себе даже просто не представляете. У нас даже к нам в магазин невозможно зайти, даже элементарно Michael Kors. Китайцы просто все сметают с магазина, прям просто с прилавка. Я помню, мы с Виталиковой сестрой, с Людой пошли в Michael Kors или Coach, я не помню куда. По-моему, Michael Kors. Я прям даже у китайки, она видит, что я смотрю эту сумку, поставила, просто вот секунду поставила сумку, она у меня прям ее из-под носа вырвала. Я у нее прям из рук эту сумку выдернула, потому что она была последняя. Ужас, они как эти, как, знаете, я не знаю, как саранча налетают на все вот эти сумки, бренды и так далее. Вон впереди меня Dior, обожаю Dior. Бренд Ferragamo, никогда его прям терпеть не могла, не знаю почему, но я его не люблю. Друзья, а вот это вот знаменитый, именитый отель Beverly Wilshire, где как раз и снимались эпизоды фильма «Красотка». То есть, получается, вот он, отель Wilshire, и вот это вот сзади, это Beverly Hills. Такие здесь экскурсионные машинки катаются.
Можно на машинках, можно на автобусах. Вот это Rodeo Drive. Вот так он выглядит. Вот посмотрите на его, кто смотрел фильм «Красотка». Мы уже здесь были несколько раз, и несколько раз я восхищаюсь этим местом. Мне очень нравится вот это вот Rodeo, Rodeo Drive. И вот этот отель Wisher, это просто вообще нереальной красоты отель. Я каждый раз восхищаюсь, и мне не верится, что я нахожусь там, где снимался именно фильм «Красотка». Кто вот из тех времен и помнит этот фильм, и чей это любимый фильм, девчонки, давайте балдеть, я вам покажу красоту отеля. Ну что, welcome! Вот вам и отель, где снимался фильм. Стойки ресепшена, помните, где она стояла, когда он ее снял на Rodeo Drive? Это как раз снималось вот здесь. Такой большой отель, но высота потолков, видите, она не такая высокая, такой он уютненький. Лифты, смотрите, какие. Здесь представлена история отеля Beverly Wishers. В 1920 году, 1930 году, как он выглядел, этот отель. В 40-м году, в 60-м, в 70-м. Прям как из фильма «Красотка», помните, когда они выходили из машины и им открывали дверь. Так интересно, так здорово. Ну и здесь уже ресторан отеля. Мне даже не верится. Кстати, мы сколько раз здесь были, но сколько раз мы гуляли по Rodeo Drive, но мы не заходили в этот отель Wishers. Просто очень красивый. Туда вниз еще идут лестницы, можно пройти, но мы с вами не пойдем. Красота. Помните банкетка, куда Джулия Робертс ногу ставила, где поправить свой чулок и сапожка застегнуть. Так необычно, так здорово. Такая красота. Не верю прям. Надо как-нибудь сюда приехать и остановиться в этом отеле будет, чтобы посмотреть, какие здесь номера, как что. Здесь ресторан. Ну и здесь уже лифты.
Написано Via Rodeo. Via Rodeo Drive. Ох, вау, какие здесь фигуры. Друзья, такая шикардосность, вау. Вот вам и Rodeo Drive. Снять разрешили. Слушайте, как необычно, красиво так, такие фигуры. Эта картина стоит $14 500. Какая она тонкая, боже мой. Она прям, как будто вот сейчас шелк и порвется, как будто там только мазки краски, как будто холста нет. Вау. 14 500. Давайте посмотрим, сколько стоит маленькая картинка. $1000. Вот эти маленькие картинки все по $1000. Какие-то кубы здесь необычные, но это как у нас в Вегасе, я поняла. Угу. $34 800. Вот эта экспозиция стоит $34 800. Эта девушка тоже стоит $34 800. Красиво, но необычно. Большая вот эта картина стоит $8 900. Вот это выше сверху $6 800. И вот это нижнее $5 500. Здесь прям улица пропахла ароматами. И вот ароматом был, кстати, вот сейчас я унюхала Dolce & Gabbana. А смотрю, обернулась, а здесь дом Dolce & Gabbana. Аромат стоит просто на всю улицу. Ну что, друзья, 14 секретов съемочной площадки фильма «Красотка». Все мы знаем, чем он закончился так классно, так здорово, что Льюис приехал за Вивиан, и все хорошо закончилось. Но в одном из недавних интервью Джулия Робертс рассказала, что в первоначальной версии сценария, в финале, прям в самом финале картины, он просто должен был ее вышвырнуть из машины, бросить ей деньги и уехать, оставить в грязном переулке. От роли Вивиан отказались очень многие актрисы и актеры. Но вот Вивиан досталась Джулии Робертс. На тот момент ей было всего лишь 21 год, и она абсолютно не была известной актрисой. Но она роль Эдварда Льюиса очень долго уговаривали. Во-первых, Аль Пачино, но он отказался. И потом уговаривали как раз-таки Ричарда Гира. Но он, кстати, тоже согласился далеко не сразу.
Он посчитал, что характер Эдвардса слишком плоский. И он говорит, вы можете надеть костюм на кого угодно, и вам сыграют типа эту роль. Но как-то он не был готов к этой роли. На что он принял решение, что он будет сниматься после того, как ему Джулия Робертс написала записку с текстом «Пожалуйста, скажите да». Автомобиль, на котором Эдвардс подъехал, вот на фото я вам поставила, к Вивиан, очень долго тоже пришлось поискать компании, потому что Porsche и Ferrari отказались. И согласилась единственная компания, это Lotus. И после выхода этого фильма продажи автомобиля Lotus увеличились в 3 раза. То есть еще компания марки машины, они приобрели наоборот такую рекламу. Как ни удивительно, но историю о девушке легкого поведения сняла кинокомпания Disney. Представляете, Disney. Ричард Гир очень хорошо играл на фортепиано. И ту мелодию, которую мы слышим в фильме, он мало того, что сам сочинил, он ее сам и сыграл. Именно после вот этой сцены в ванне Джулия Робертс стала блондинкой. Для создания крепкой пены использовались моющие средства, и они оказались настолько сильными, что смыло всю краску рыжины волос актрисы. И она мало того, что после съемок, она еще сидела целый вечер, ей окрашивали заново в этот ярко-рыжий цвет волосы. Это ожерелье на шею у Вивиан не дешевая бижутерия, а ювелирное украшение из рубинов и бриллиантов. Его цена составляла $250 000, и оно было передано киношникам в прокат для использования в рекламных целях. Постоянно ходил вооруженный охранник ювелирного магазина и все время следовал за теми, у кого находилось украшение. Это кто его держал, чтобы с ним было все в порядке, чтобы украшение не пропало, так как это дорогая вещь. В этом фрагменте звучит песня «Pretty Woman», но она была написана еще ранее, до фильма, до выхода фильма, в 1964 году. И только после выхода фильма в 90-м году, в 1990-м, эта песня стала просто фурором, эта песня стала просто платиновой песней альбома «Oh, Pretty Woman». Этот отель Beverly Wilshire в Лос-Анджелесе предлагает пакет Pretty Woman на сегодняшний день. Этот пакет в себя включает 2 ночи в роскошном президентском люксе, эксклюзивные покупки на улице Rodeo Drive в сопровождении персонального стилиста, массаж, романтический ужин для пар, ну и, конечно же, поездку в оперу, куда ездил Вивиан, куда ездила вместе с Льюисом. Все это удовольствие обойдется в $300 000. 300, вы представляете? Что-то не понимаю. Это скульптура доставщику еды. Интересно. Тут, кстати, я заметила, несколько в парке стоит. Вот из чего она сделана? Такая тяжелая, литой металл. Я иду, а у меня пик-пик. Приходит смс, уведомление от ваших комментариев. Спасибо вам за комментарии. Я обязательно сейчас приеду, когда уже домой, все прочитаю. Ну что, вот мы с вами прогулялись по Rodeo Drive. Такая классная улица. Слава богу, мне хватило зарядки. У меня осталось 3% всего. Поэтому, друзья, я с вами прощаюсь. Пока-пока. С вами была Алена Вегас из Beverly Hills Rodeo Drive. Такие корни у этого дерева. Такое ощущение, как будто, знаете, мы не на Rodeo Drive, а мы попали в какой-то парк секвоя. Обалдеть, какие корни.
Причем эти корни, они не как корни, они прям как кора дерева, вот как сам ствол дерева. Представляете? Мне так нравится вот это вот, как вот в Калифорнии рядами пальмы стоят высокие. Это просто вот что-то с чем-то. Такая красотища. Вот сколько лет я уже тут в США, и все равно я от этого балдею.